Мэром города Рени стал 42-летний предприниматель, передвигающийся на инвалидной коляске. К нам навстречу Игорь Плехов приехал на джипе с помощником за рулем. В течение нескольких секунд он пересаживается с первого сиденья в кресло. Игорь Плехов – успешный предприниматель, известный в Рени благотворительный деятель, а теперь и городской голова. Он победил на выборах, набрав 34% голосов избирателей и оторвался от своего конкурента, действующего мэра Сергея Калевича, почти на 10%. Я маме говорю: мама, ну все, можно идти в мэр, я себе купил пиджак, новые туфли и две рубашки. Он не скрывает, что к своей победе был готов и не один день уверенно шел к цели. Решение участвовать в выборах принял год назад. Хотелось доказать, что человек в инвалидной коляске в принципе возможно. Это. Мало кто верил, только некоторые друзья, которые были со мной постоянно рядом. Трагедия произошла в 99 году. Игорь попал в автомобильную аварию через неделю после собственной свадьбы. Едва уцелев, получил тяжелую травму позвоночника и на всю жизнь оказался прикованным к инвалидному креслу. Самая главная борьба была во мне внутри, быть в обществе в коляске. Для нашего города это вообще коляска из мира фантастики. Начание было, 2 года было, знаете, как была у меня веревка, которая, говорю, не дождешься, не повешусь. Потом я добросовестно ее спалил. Через несколько лет он нашел в себе силы начать новую жизнь. Вместе с матерью занялся предпринимательской деятельностью. Их изначальный капитал составлял $200. Потихоньку ездили на девятке в Одессу за товаром. Железный контейнер мы торговали, окорочками начинали и все там. То это такое было. А я сейчас понимаю, если бы сейчас сказали, вот начинай заново, наверное, было бы сложнее уже это. Не знаю, тогда была злость, знаете, на все, что когда тебе в глаза говорят, там мы думали, что ты уже умер, тебе все. Друзья отвернули, знаете как. Сначала арендовал контейнер на рынке. Через несколько лет открыл 2 крупных продуктовых магазина и кафе. Сегодня они привлекают жителей Рени самыми низкими в городе ценами. Приятно смотреть на дело рук своих, предприятие работает. Даже вот почему я еще пошел в мэр, я приезжаю к себе на работу, а я им, ну, не нужны. Они на меня смотрят, что ты сидишь, ну. Едь домой, читай книги. А человек, который просыпается в 9 утра и не знает, чем ему заниматься, это уже, я считаю, это труп. Свои благотворительные проекты Игорь Плехов запустил задолго до выборов. Благоустроил окраины Рени, установил десятки автобусных остановок, детских и спортивных площадок. Сделал ремонт в школах, детских садах и на стадионе. Помогал ветеранам, социальным учреждениям и творческим коллективам. Я увидел, что людям надо. Начали мы с окраин, потому что я знаю нужды окраин. Это дороги, свет, ну и для детей хоть что-то. Выбирали специально самые заброшенные участки, где было мусора. В среднем с каждого участка возили там 30-40 КАМАЗов. Ну, мусор это выбирали, как говорится, такие стихийные городские свалки. Большинство подобных дел, по словам Игоря Плехова, не требуют милости от правительства и огромных инвестиций. Достаточно правильно использовать бюджетные средства. За 1 год он построил больше детских площадок, чем за всю историю города Рени. Когда открываем каждую площадку, все дети, люди, ну, говорят, что, боже, мы не знали, что у нас столько детей. Детки ушли от компьютера, все выбегают, все играют. Ну, это дорогого стоит. В планах Игоря Плехова ремонт дорог и тротуаров, подготовка города к зиме, создание новых рабочих мест, развитие ренийского порта и снижение цен на продукты. Первая задача – накормить людей дешевым продукцией. Картошка, лук, потребительская корзина, потому что я сам получаю 1100 гривен пенсии. И как бы честно, иногда задумываюсь, как же люди живут. Это, ну, нереально. Мы можем попробовать, чтобы продукты стали дешевле, на порядок дешевле. То есть убрать посредников. Он не жалеет себя, а его трудовой день начинается в 6 утра и заканчивается ближе к ночи. Работает без выходных и не позволяет себе расслабиться. Люди вот в коляске, они должны жить эмоциями. Неважно, отрицательными, положительными, но они должны жить эмоциями. И в первую очередь не лениться. Если ты себе позволяешь, сегодня позволил встать позже на 15 минут, надо вставать наоборот раньше, надо наоборот заниматься, заниматься и заниматься. Если появляется свободное время, он проводит его на природе, занимается спортом и рыбалкой. У меня 2 овчарки есть, когда плохое настроение. Поехал в лес, погулял, как бы. Ну, что такое плохое настроение? Это ты сам себе ищешь, знаете, хочется закрыться, полежать, чтобы тебя никто не трогал. Себя родного пожалеть, что вот ты такой весь бедный. Ну,
это проходит очень быстро, в принципе. А еще Игорь Плехов уверен, если бы не попал в аварию, не оказался в инвалидном кресле, он вряд ли стал бы успешным бизнесменом и мэром города. Иногда нужна встряска. Я считаю, каждому человеку нужна встряска, чтобы он где-то понимал, что масло на хлеб просто так не мажется. Вспоминаю, что когда-то тебе говорили, что человек в коляске не может ничего. Хочется, знаете, так, я вам докажу. В первую очередь себе доказывать. Это борьба с собой. Это постоянная борьба с собой. Даже утром встаешь, когда там что-то болит, что-то тянет, что-то лень, но ты заставляешь себя вставать. И тут же, знаете, как уступил судьбе на миллиметр, завтра она возьмет метр. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал.